В Слониме выясняют причины ДТП накануне. Тепловоз протаранил легковой автомобиль. Водитель от полученных травм скончался на месте. Его супруга умерла в клинике. Еще одна женщина, которую пара подвозила с дачи, сейчас находится в реанимации в тяжелом состоянии. Известно, что автомобиль выехал на железнодорожные рельсы в тот момент, когда шел поезд. Тормозной путь состава оказался больше 300 метров. Как утверждают очевидцы дорожно-транспортного происшествия, поезд подавал звуковой сигнал, сигнализация на железнодорожном переезде была исправна, однако по какой-то причине водитель въехал на ЖД-переезд и не смог избежать столкновения. Состав грузового поезда насчитывал 66 вагонов, поэтому остановить сразу тепловоз было невозможно. Предварительно известно, что погибший водитель был трезвый, имел многолетний опыт вождения и также назначены дополнительные экспертизы по факту ДТП.